Всем привет! С вами Дмитрий из Орла. Тема этого видео – как сохранить деньги. Тут условно возможны три варианта. Первый вариант. Вы хотите накопить и потратить деньги в течение 3 месяцев. Например, на какую-нибудь бытовую технику или электронику. В данном случае, считаю, вам не нужно относить деньги и класть во вклады банковские, а следует держать их при себе и подкапливать постепенно, смотреть акции, предложения, с тем, чтобы сделать действительно выгодную покупку. Повторю, это если деньги вам понадобятся в течение 2-3 месяцев. Второй вариант, если вам деньги понадобятся от 2 месяцев, до 2 лет. В этом случае, считаю, уже нужно отнести в банк и положить во вклад на 1 месяц. Например, рекомендую Связьбанк, который находится напротив главпочтамта, где площадь Ленина. Там примерно дают 5% годовых, соответственно, за месяц вам будет начислено на вашу сумму примерно 0,4%. При этом через месяц будет уже начислено процент на процент, так называемая капитализация произойдет. То есть вы, например, кладете деньги, через месяц вам начисляются проценты, а еще через месяц начисляются проценты как на основную сумму, которую вы сразу положили, так и на проценты, которые были на нее начислены. Повторю, это если вам нужны деньги от 2 месяцев до 2 лет. И третий вариант, если вы, например, копите на квартиру, и вам деньги понадобятся от 2 лет, то есть раньше, чем через 2 года, вы снимать не планируете. В данном случае я вам советую обезличенный металлический счет Сбербанка России. Там во вклад зачисляются не рубли, а граммы, например, золота. На сегодняшний день, 9 марта 2020 года, курс золота, покупка Сбербанка России 3700, продажа 4000. То есть вы, если хотите, чтобы вам 1 грамм был зачислен во вклад, вы относите в банк 4000, вам зачисляют 1 грамм золота. Если вы тут же хотите снять его, вам предложат 3700. Именно поэтому я и советую класть в такой вид вклада деньги не ранее, не менее чем на 2 года. Конечно, золото постоянно растет, и могут случиться такие сюрпризы, что оно уже через год даст вам значительный эффект, а не через 2 года. Но по моим подсчетам 2 года самый такой срок, безошибочный. Вы меня еще вспомните добрым словом, я надеюсь, за такой совет. Мы разобрали 3 варианта. Первый вариант, когда вам понадобятся деньги от 2 до 3 месяцев. Тут ничего не нужно придумывать, просто держите их при себе. Второй вариант, когда вам понадобятся деньги от 2 месяцев до 2 лет, в этом случае я вам советую ежемесячный банковский вклад, например, в Связьбанке, чтобы каждый месяц вам начислялись проценты. И третий вариант, когда вам понадобятся деньги не ранее, чем через 2 года. Здесь обезличенные металлические счета Сбербанка России. Я вам рекомендую, чтобы у вас был счет в золоте. Вот и все мои советы по данной теме. Желаю вам финансового благополучия, здоровья, хорошего настроения. С вами был Дмитрий из Орла. Пока!